Чтобы запрессовать палец там, где прессовая посадка, мне понадобятся тиски, газовая горелка, специальная оправка. Зажимаешь шатун в тиски, греешь его, берешь поршень, вставляешь палец, оправку, смотришь, чтобы направление было с той стороны, с которой нужно, чтобы замки стояли где надо. Ждешь, пока все прогреется, надеваешь хорошую перчатку такую, чтобы не обжечь руку, потому что с обратной стороны пальцем нужно будет придерживать палец, чтобы его центрировать. Ну, в принципе, прогрелось. Так, быстренько вставляешь его сюда. Опа! Все, схватился. Ну и в принципе все, вот он стоит. С одной стороны, с другой стороны. Вот с этой стороны на пальце он ходит свободно. Все, готово. А на YouTube-канале Теория ДВС вы найдете гораздо больше полезной информации.